С вами Блейнар. Ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь, жмякайте колокольчик. И, естественно, вступайте в телегу. Не бойтесь тьмы, друзья мои. И пусть начнется праздник. Титан Камерамен тут, собственно, топнул ножкой. Бодренько. Опа. О, пацаны принесли вооружение. Так, давай. Давай, ребятки, одеваемся. Хорошо. Понятно, короче, много чего интересного говорят, но я нифига не понимаю, да? Уже, наверное, кстати, серия вышла, когда, не знаю, часов 8 назад. Я в этот раз поздно снимаю. И, наверное, уже доступно в разборах все. Я думаю, мы сегодня посмотрим. Узнаем все, что они тут трендят. Тут уже ситком какой-то пошел, просто диалоговый. Тарантиновский какой-то фильм, блин. Никак не заткнуться. Чего это он показывает? Подождите. Показал себе на грудь, значит, на свою мужественную, да, говорит. У меня тут барахлит что-то, да? Говорят, не-не-не-не-не. Так, окей. Полетели. Типа, вот и пообщались. Посмотрим, что будет сейчас. Воу! Прикинь, апгрейды. Воу-воу-воу. А руку? Это, кстати, его старый апгрейд. А где рука? Он передал ему свою силу? Обалдеть, что? Он типа заряд ядра передал? Ядро стало ярче. А мне? Не-а. Не-не. Не-не-не. Класс. Ржака. Минуточка саморекламы. Рекомендую подписаться на наш новый канал Бордатый Реактор. Там выходят реакции на разные видосики интересные. Да, довольно много часто выходит. Рекомендую. Отписывайтесь, ссылочка в описании. Офигеть! Быстренько они, быстренько, ребята, чинятся. Ты погляди только на это. Как они пальчиком. Бедный. Базы. Это нам показывал большой ТВНН. О, их прям здесь улучшают на ходу. Офигеть. Что-то эпично. Что ты ему передал? Теперь я сильный, прям как ты, брат! Да, брат, ты сильный, как я, брат. Брат за брата, брат. А мне? А-а-а! Что за фигня? Почему ему ничего не дали? Вот козлы. Возможно, это спешл, но тоже нет. В названии написано, что это вторая часть как раз-таки 69-й серии. Это все крайне неожиданно и... Нифига себе, что за апгрейды-то прилетели? Они что, как пауэрренджеры решили объединить усилия? Что он ему за силы передал? Я чую власть, чую силу, наверное, он сказал. А мне? А тебе нельзя, ты один раз нас уже предавал, так не пойдет. Блин, ну, серия, если честно, пока что очень слабая. И она идет всего одну минуточку. Мне кажется, Дафак просто решил сделать новогодний подарок. Топчи их всех, топчи. Опа, улучшения приехали. Ну, то есть, как улучшение? Просто вернули им утраченные. Одна беда, только руку ему не привезли новую. Вот это вот обидно. Не хватает руки.
Было бы, кстати, забавно, если бы летающая рука такая чик-чик-чик на вертолете прилетела, короче, присосалась к... Конечно. А, тебе нельзя, тебе нельзя. Ладно, я типа понимаю реакцию ТВ-мена, что тебе нельзя. А вот почему камерамен поддерживает? То есть почему он тоже говорит, не-не-не, чувачок, обойдёшься. А, ну, наверное, потому что у него из ядра нету искр, видите? У него то есть ядро и так нормально себя чувствует. Ну, вы поняли, то есть ему не надо ничего там чинить. Не, энергии хватает, короче. Да, вау, что происходит? Офигеть! Он дал энергию ему, ё-моё. Он тоже хочет. Говорит, нет. Окей, окей. Говорит, еще рано, братан, ты еще молод. Офигеть, они получили, блин, эти апгрейды, не отходя от кассы. Он его лечит! Почему нет? Он что? Нехороший, что ли? Почему они его не вылечили? А, я думаю, что происходит? Это типа, все-таки натырили у трансформеров эту тему, вы поняли? А кто-то шарил, что они так могут делать, прикиньте? Не, мало того, что они стыкуются типа с самолетами, вертолетами и так дальше, так они еще и могут энергию друг другу передавать. Типа подхилил его, да? И мне немножко навали говорит. Не-не-не. А чего ты слышишь, жлобяра? Этому помог, а этому не помог. Что это такое? Кто-то он ему помог, а тот свалил. Да. Спикермен. Да ладно, его улучшают на ходу? Ему привезли новое оружие? Новый джетпак для... Что происходит? Он ему что-то сказал? Подожди, он его уничтожил? Он его заряжает? Он зарядил его своей энергией! Ребят, офигеть, посмотри! Он стал сильнее, либо восстановил свои силы. Опять что-то сказал. Он говорит, заряди меня тоже. Офигеть, говорит, пальчиком. Нет, 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 дружище. Они не... Подожди, а почему нет? Ладно, мы сейчас все это сами разберем. Использует телепортацию. Улетает на джетпаке. И там Спикермен покачал головой и тоже полетел. Я думала, нам дальше покажут агентов, которые будут внизу там пробираться. Все дальше и дальше. О-о-о! Скоростные улучшения! Подлетели! Так. Он ему какую-то энергию усиленную дал. Ну, выглядит так, как будто он прям его убафнул. Так, это такой... Аминия! А почему, в смысле, ему нельзя? Так странно выглядит. Как будто за счет того, что его ранее, ну,
Титанчика захватывали спикермена, как будто ему никто не доверяет уже, что ли. Он прям так показал, типа, а мне? И они вдвоем прям отказали. Не знаю, что они говорят, но вот именно визуально по их жестам я вижу нечто подобное. Так. А если тебе понравился этот ролик, рекомендую посмотреть вот этот ролик, он тоже классный, или вот этот ролик, он тоже классный. Рекомендую. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на колокольчик. Увидимся в новых видосах. Пока-пока.